ты сегодня домашнее задание зробила, дочь? Ой, где это мы? И где наш MS Land? И почему я в творческом? Марика, расскажи. Я в выживании. Почему я вдруг в творческом, а ты в выживании? Смотри, у нас там в MS нашем доме... В МС Ленде, короче, там откуда-то появился вот этот кот черный, который убивает всех. Cartoon Cat? Да. И он меня переключил на выживание. А ты во сне я тебя успела спрятать. И я тогда спал в нашем бункере. И я выживание. А как я начал быть в творческом? Я же еще до того, когда тебя убивали, был в выживании. А тебя потом кто-то нашел и переключил на креатив. Здорово, давай домики строить. Не знаю, я в изоляции, так что ты можешь построить? Читы? Ну, нифига себе, какие читы! Ну да, читы и что? Ой, это что? А, это из игры «Растения против зомби». Он на зомби нападает, этот монстр. Ой, красивый. А вот этот золотой, это он в броне золотой. Здорово, пошли куда-то. Его сходим. Его можно убить. Здорово. Давай, я думаю, еще големов каких-то видел. Да, смотри, вот давай. Да, они здесь из разного есть. И что, Марика, что этот хрест умеет делать? А ты его поставь. Здорово. Это голем. Вот только они что-то с растениями не очень дружат. Ну, не знаю, это такой. Ну, ладно, можно добывать пока что дерево. А я пока что посмотрю. А давай он будет из... Так, это какой-то из яйцо. Из березы. Только эта береза будет досками. Я ее сейчас в доски перекрасила. Я тебе сейчас помогу, ладно? Ага. Я дерево добуду. Все, я добываю березу. Где ты? Я тут, возле дерева. Я тебя не вижу. Вон ты бегаешь. Вон. А, вон вижу тебя. На, держи тебе, на всякий случай. Топорик мне дай. Вон, нам можешь строить дом. Не из этих, а из вот таких вот, из березы досок. А, из березы. Дошки из березовой дырбы. Вот, из березы. Да не, я сама сейчас красу. Ну ладно, дай мне. Я тебе сейчас еще дам крутую. Дай мне топорик, пожалуйста. А то я как-то... Ого, сила удара 7. Пожалуйста, дай мне топорик. Держи. Ты мне его дашь? О, да. А это что за яйцо такое? И почему оно красным написано? А ты почитай, это, наверное, сиреноголовый, если что. Ёлки! Что это? Кто это? Это сиреноголовый. Что я сделал? Ты заспавнил сиреноголовый. Это, наверное, друг этого картонкета, который на тебя напал. Да, это сиреноголовый. Посмотри только на него, какой он страшный. Давай дом где-то здесь построим, потому что там страшно. А что я в творческом? А я что буду делать? Я же выживание все-таки. А он меня зато кусает. Очень больно. Короче, давай ты дом где-то... Что же я наделал? Давай ты возле меня где-то дом построишь. Я сейчас понаспавниваю големов. Чтобы я далеко не бежала. Я големов понаспавниваю. Ого, как вот давай магновых, чтобы он калился. Ты построй дом где-то рядышком возле этого леса. Чтобы я далеко не бежала. Ой, он убивает их с одного удара. Давайте, големы. Кстати, из магновых големов... Попадает маг. Кстати, я когда-то заспавнила спавн вот таких вот точно таких же големов. Ты можешь просто поставить спаун. Спаун? Ну я думаю, что игра тогда вылетит. Блин, давай пока сиреноголовый отцелечен, то ты давай. Беги уже строить домик. Нет, я еще доски добуду. Сейчас еще дерево. Он возле моря там, он купается. А что ты в творческом? И мой ребенок там тонул, и его съел сиреноголовый. Да, это яйцо сиреноголовый, Марика. Он меня так откидывает. Ну, береги это яйцо, дурацка сиреноголовый. Хорошо. И главное, я его потом выкину. Да, дашь магновым этим людям. Миша, давай сейчас где-то рядом.
здесь дом построить, чтобы я... Так, какие еще моды? Смотри, на ядерную бомбу есть. Интересно, а это ядерная бомба? Я реально ядерная. Смотри, я уже добыла 8. О, может я ядерную эту бомбу поставлю за сиреноголового? Может он взорвется. Давай, ты попробуй меня защищать. А я... На, держи тебе. Ой, смотри, я еще один себе стак скрафтила досок, потому что я добыла еще. И давай вот такой вот высокий скрафтила. Построй столб. Я построю высокий столб, пока ты сиреноголовый. А картон кэт как там? Ой, а картон кэт, он издает дым. Когда ты видишь дым, то ты лучше к этому дыму не подходи. И даже ты, потому что он тебя на выживание переключит. Так как тебя... О, ему урон нанесло. Он, наверное, уже слабый. Стина. Давай. Смотри, и ты мне должна. И я добыла 18 вот этих березовых штук. Да, ну разнесло. Разнесло яму на большую. Наверное, это я реально ядерная бомба. А вы знали, что с помощью ядерной бомбы и создался сиреноголовый? Еще очень-очень давно. Взрываем. Миша, построй, пожалуйста. Покедывай, сиреноголовый. Миша, смотри, ты мне дал стак досок. И я потом добыла 18 березы, у меня появился еще один стак и 8 досок. Все, я его в такую вот большую яму запер. Угу, что ты видишь? Ага, понятно. Я еще Миша, подорву. Миша, я тут. Я еще этих ядерных бомб подорву. Ой, смотри, у меня есть такие штучки. Всегда мечтал побыть, как вы в вашем творческом режиме. Он меня откидывает все равно, смотри. Ой, он меня так откидывает, капец просто. Все, я взрываю. Ты море, правда, немножко разнес, но ради сирены меня ты готов его убить, да? Ну и все, я его... Ну я даже его в яму запер, так что ты теперь можешь его не бояться. Хорошо. Смотри, одна голова торчит. Я его сейчас закрою здесь. Да, просто поставь большую стену. Ой, смотри, сиреноголовый у меня. Это магмовый голем. Ой, Миша, я нам дом начну строить. Он будет вот тут, на этой полянке. Хочу я испытать, как строю. Я вот здесь вот строю башню. Хорошо, небольшую, да? Она тоже будет из берез. А смотри, сколько у меня досок. Здорово. Целых два стака. Еще здорово три. С такими модами играть. Может, это, Марика, еще не все. Может, мы тут еще... Может, мы тут еще такие моды найдем? Да, тут очень много прикольных модов. А ты что, уже знаешь? Да. Смотри, черный компьютер. Угу. А как ты его видишь? Может, ты его видишь хорошо? Ну, поставь этот компьютер. Уже довольно темно. Вот как ты его видишь у меня в руках. А поставь его. Как ты его видишь? Я не вижу его. Вниз спустись. Вот. Здорово, ты его видишь. Посередине Майнкрафт, и там играть, и еще что-то. Еще Ютуб. И чтобы написать, что ты будешь смотреть в Ютубе. И... Посерединке мышка с краешку и клавиатура. И у меня клавиатура, и там она радужная. Ладно, я буду дом строить. Ого, уже темнеет. Я лучше начну строить эту нашу башню, на которой будут сидеть вот эти вот растения и расстреливать зомби. О, я там уже вижу зомби. Смотри, какие они смешные. Ого, магмовый. Ну, конечно же, это же... Они прям как из той игры про ну, растения. Ну, конечно, это и есть они. Пыль! Дым! Это значит, что... Миша, спаси меня! Это картон Кэт близко? Да. Что же делать? Надо? Миша, спаси меня! Я думаю, что он меня на выживание сейчас приключит. А мне так здорово играется на творческом. Я его вижу. Я уже не вижу. Все, он ушел уже? Нет. Ой, да дым от него остался. А, нет, смотри, дым уходит уже в другую сторону. Это он уже, наверное, подумал, что здесь никого нету. Он, наверное, разыскивает тебя. Блин. А еще я вижу, Коля, который идет сражаться. Да он
да он своими руками. Ты хотя бы видела этого Cartoon Cat? А, да, ты же с ним пыталась как-то разобраться, но он такой сильный. И он меня с него внимание переключил. Ты была в творческом. Ага, я их уже... Ну, все, я понаставляю этих растений. А я почти дом достроила. Все, дом готов. Осталось только дверь поставить. Доспавню вот таких вот. Сейчас, я еще чуть-чуть. О, давай, я хочу еще огненных вот таких. Так, надо сначала скрафтить верстак, а потом крафтить уже двери. Так, крафтим верстак. Штучок. У меня игра начинает подлагивать. Все, они будут... Дым в доме! Офигеть! Иди в дом, мне страшно самой. Вдруг он меня сейчас убьет. Дай мне меч зачарованный, как это. Пожалуйста. Ой, фу, этот дым дурацкий. Миша, я очень боюсь. А потом вон скрафтить. Доска выходит. А потом скрафтю себе. А он череноголовый. Колбасит сюда к чему-то. Все, я скрафтила дверь. А скрафтил? О, все, дым прошел. Значит, он... Миша, это Cartoon Cat. Подожди, Малика, я хочу... Я уже дверь поставила, Надя. Вот, смотри. Еще я сейчас сделаю нам крышу. Здорово, Малика, ночью уже строишь дом. А днем ты добывала, трудилась. А сейчас ты вот уже строишь. И тут ни разу даже не испугалась. Да, потому что я смелая. Здорово. Все, горам. Если моя гуська какая-нибудь... Ой, Мика, если я закрою эту дырку, то... Мама, тут думаю, будет... Ласка, ну возьми, ну я с мамой хочу поградить, а ну возьми. Мы видео снимаем. Ребята, это нам папа говорит, потому что он любит тоже Майнкрафт. Миша, иди в дом, дай мне флажелы. А дыма нету там поблизости? Я тут строю, видишь, нам защиту строю. Ого! Ну ладно, тогда скинь мне через дырку факел. Нет, знаешь, что я сейчас второй этаж построю. Прикольная идея. Прикольная. Сейчас только мне надо... Правильно, что папу наснимал. Скелет. Ой, Эндермен. О, май. Так, крафтим палочек немножечко. А где дверь твоя? А, моя дверь... А ты про вот, видишь? Ого. Красивая? Короче, эти... Так, я скрафтила 10 палок, теперь буду крафтить дом. Сейчас я тебе здесь файковый поставлю. Красиво. Давай поставим. Ой, это... извини. О, смотри, как они красиво выглядят. Покажи мне файки. Я просто файки не вижу, это красиво. Так, мебли, Марика, надо уширить, я думаю. Ну, реально маленькая. У меня как-то есть береза. Cartoon... Так. Вы видите эту надпись? Нет, вот тут надо дырочку. Вы видите надпись Cartoon Cat? Что-то мне это... Надпись... Не надо, надо этой дырочкой ставить. Отойди. Написано, что где-то был Cartoon Cat. Все, да. Миша! Я поставил. Что? Дым. Что это такое? Дым. Что это? Ай, Миша, не страшно. Там какая-то пыль. Там кто-то... Там кровь. Выживания нет. Меня убил Cartoon Cat. Меня? Ну, я возвращаюсь на улицу, у меня игра лагает. Боже, ты мой господи! Пошел. А, что это? Кто это? Выходи! Я сейчас попробую... Что это? Креатив! Переключить! Меня убивает со скоростью света! Бежим! Миша!
Я бегу со всех сил. Помогите! Раз, два. Уходим.